Приветствую! С вами психотерапевт Сергей Гудков. В этом видео мы разберем, как правильно поддерживать другого человека. Но вначале о неправильных способах поддержки. Их три. Первое – это дисквалификация. То есть, когда вы говорите, ой, не переживай, это такая ерунда, ты очень скоро забудешь. Второе – когда вы ссылаетесь на будущее, на то будущее, которое вы сами себе представляете. Типа, да, это скоро все пройдет, у тебя будет что-то лучшее. И третий неправильный способ. Это когда вы ссылаетесь на опыт других людей. Все через это проходят, ты знаешь, вот там было, и тоже очень быстро этот человек забыл. Вот это работает плохо и наоборот вызывает человека чувство какой-то беспомощности или раздражения, потому что в моменте человек переживает, и то, что вы говорите, до него не доходит, потому что это не соответствует текущему опыту. Как правильно поддерживать? Первое. Обозначьте свое присутствие. Скажите, я здесь, я рядом. И второе. Если вы можете предложить какую-то помощь, предложите ее. Если тебе будет что-то нужно, скажи мне, я тебе помогу. Этого для начала достаточно. До новых встреч!